Крупное спортивное событие в центре маленького поселка. В Ком-Маяке, это Кировский городской округ, сегодня торжественно открыли новый спортивный зал. Футбол, баскетбол и многие другие виды спорта теперь станут доступными для местных школьников. Зал будет открыт для молодежи из соседних территорий. На торжественной церемонии побывал наш корреспондент Леонид Нечепуренко. У него подробности. Время уже после обеденно, но школьники поселка Ком-Маяк отправляются после занятий не домой, а на торжественную линейку. Более того, они этому обстоятельству очень рады, потому что повод значимый и радостный. В поселке открывается новый спортивный зал. А это значит, что дети вновь смогут заниматься физкультурой, играть в футбол, волейбол, баскетбол и заниматься другими видами спорта. На торжественную линейку приехали почетные гости, в том числе глава краевого парламента Геннадий Ягубов. В своем выступлении он обратился к местным спортсменам с теплыми словами. Я думаю, что для района это хороший такой пример. Будут еще открываться такие сооружения во всех населенных пунктах сельских. Всех поздравляю с этим праздником. Ну и желаю, естественно, всем здоровья, успехов, спортивных побед, ребята. И самое главное, хорошей учебы. Капитальный ремонт только самого здания, без прилегающей территории, должен был обойтись в 18 миллионов рублей. Сумма вроде бы адекватная, но для местного бюджета совершенно неподъемная. К счастью, на помощь пришло правительство региона. Дотации из краевой казны позволили снизить нагрузку на муниципалитет. И вот теперь объект построен, задача выполнена, можно сказать, вес взят. Мы выходили из положения в школе. Открывали отдельный кабинет для того, чтобы дети могли заниматься гимнастикой, какую-то делать разминку и теоретическая часть физкультуры. В теплое время года дети у нас занимались на пришкольных площадках. Как вам новый зал? Очень хороший зал. Новое поколение, как сказали нам. Очень отлично, нам нравится. Уже попробовали, что-нибудь тренировочку какую-то здесь провели, погоняли мяч или еще не успели? Еще не успели, но сейчас переоденемся и попробуем погонять. Ну а после торжественной линейки спортивный зал начинает работу по своему прямому назначению. Здесь стартует межрайонный турнир по футболу. Местная команда из поселка Ком-Маяк, которая долгое время не выступала и вновь собралась, твердо намерена бороться за первое место. Леонид Нечепуренко, Сергей Трегубов, Ставропольское телевидение.